Масштабные обучения прошли на базе Могилевской средней школы номер 5. Теоретичные веды по основам безопеки и жизнедеятельности учени смогли проверить, так бы мовить, на практике. У этом школьникам допомагали соправдные профессионалы, ратовальники и войсковцы. Снимается ствольная крышка, достается возвратная пружина. Вучни старейших классов сгуртовались каля войскоўцаў. Тут можно самому попробовать собрать и разобрать автомат. Да, вставляет затвор. Да, прокрути его. Оказалось, цікава не только хлопцам. Девчаты так само хутко засвоивают материал. Если как бы дуло, оно засорится, шомполом можно прочистить. Ничего тяжелого, просто что сложно попасть в пас или... Ну, это надо время, чтобы научиться. Я предполагаю, что буду служить в армии, и мне эти знания нужны и пригодятся. У спортивной зали черговые выпробования, на которые все сгаджаются с великим задовольнением. Приготовились на старт. Внимание, марш! На этом этапе пятиклассникам потребно потушить импровизованный пожар. Вот только потенциальным вратовальникам с початку приходится опрануть соправдную боевку на худкость. Лепше это отрымалось у Вадима, а вот у Лизы есть свои, напевно, зразумелые миновито девчинкам оправдание. Особенно тяжело было взять вот это. Почему? Потому что он был тяжелый. Мне захотелось себя испробовать, и я не ошибся. Ратавальники подрыхтовали для вучняў самые разные практичные пляцовки. Собрать ртуть, выбраться с лесного пожару, пройти небеспечный коридор, где отбылся выброс аммияку. Магчыма, это все и не спотребится у жыцці, але зразумела, подрыхтовка такого кшталту не будет лишней. Предупредить и помочь людям научиться правильно действовать в любой чрезвычайной ситуации. Когда человек предупрежден, он вооружен. И тогда любая чрезвычайная ситуация для него будет не такой страшной, и он найдет выход из нее. Такие масштабные занятки у пятой школы – штогодовая традиция. Коли теорию спробуют опробовать на практике. И такой опыт, упэўнена тут, треба только назапашивать. Каждый год что-то меняем. В любом случае, для того, чтобы детям было, ну, наверное, как-то интересно, потому что они к этому дню уже готовят какие-то конкурсы, сами готовятся, повторяют теорию. Самое главное, что детям интересно и полезно. Алесь Рыбалка, Миколай Соболев, новин региона.